Всем привет, дорогие друзья, с вами Ярослав. Сегодня у нас обзор Лего Майнкрафт «Схватка в подземелье». У нас тут будет один из главных боссов игры Майнкрафт «Красный камень». И у нас будет игрок, который согласился с ним сразиться. И также у нас еще будет классно отделана лава. Посмотрите, как сделаны фигурки. И как это чудовище хочет уничтожить игрока. Но у игрока явно есть план, иначе бы он просто так не сразился с этим монстром. Спасибо за внимание, всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии под роликом. С вами был я, Мирослав.